Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Брайана Трейси «Выйди из зоны комфорта». 10 основных фактов. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Оставляйте какой-нибудь необидный комментарий, а мы начинаем. Факт номер один. Чтобы достичь цели, нужен хороший план. Время ограничено, а отложенные дела копятся моральным грузом. Такое положение вещей не способствует счастливой жизни. Трейси предлагает определить ключевые цели по основным сферам жизни и, отталкиваясь от целей, составить план их достижения. Искусство целеполагания. Нужно определить наиболее значимые цели, составить список дел по каждой из них в письменном виде, распланировать время, делать контрольные списки и вносить коррективы по необходимости. Ешьте лягушку утром или расстановка приоритетов. Метод ABCDE поможет ранжировать задачи по важности, где A – важные цели, а E – мелкие рутинные действия. Наиболее важные задачи писатель называет лягушками, ссылаясь на слова Марка Твена. Автор рекомендует направить все внимание на основные цели. Комфортный выход из зоны комфорта. Элементарный порядок на рабочем столе и организованное пространство поможет сосредоточиться на исполнении списка задач. Мелочи, которые могут потребоваться для работы, должны быть под рукой. Пятый факт. Поиск сильных сторон. Каждый человек имеет склонность к тем или иным проявлениям. Например, умеет анализировать, красиво говорить, располагать к себе. Таланты нужно развивать. Даже при плотном графике можно выделить час времени на самообразование. Шестой факт. Создание оптимистической реальности. Для продуктивной работы телу нужен отдых, а разуму – позитивный настрой. Мысли влияют на эмоции, поэтому важно находить положительные стороны в любой ситуации. Внутренние преграды. Преграды на пути к достижению цели могут быть внешними и внутренними. Люди склонны обвинять окружение, семью, социум, но причину слабостей стоит искать внутри. Возможно, человеку просто не хватает каких-либо качеств, умений или опыта. Определите слабые стороны и постепенно прорабатывайте их. Восьмой факт – от планирования к действиям. К большому успеху ведут маленькие шаги. Для рационального распределения времени составьте ежедневный план и следуйте ему. Распишите задачи по временным интервалам, придерживайтесь распорядка. Умение говорить «нет» мелким делам. Трейси предлагает отказаться от второстепенных задач в пользу главных целей. Мелкие дела действительно проще выполнять и контролировать, но нужно научиться говорить им «нет». Заключительный факт. Привычки вырабатываются на практике. Сознание можно тренировать как мышцы. Сила и ловкость в любом деле вырабатываются в процессе. Любые изменения требуют практики. В процессе повторения формируются привычки. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заказываем новые обзоры и читаем книгу Брайана Трейси «Выйди из зоны комфорта» вместе с «Читай быстро».